Псина, ты здесь? Псина, ты здесь? Сокрой, блядь! О. Еще один прекрасный день. Ура, класс Д чисто для элиты. С пистолетом не играйся. Мы не будем тебя убивать, если ты будешь выполнять приказания. Слушайте, ребята, чуваки, ребята, секунду, ребята, секунду. Ребята, я один моргнул. За дверью кому-то шли. Народ. Ты один моргнул, да, походу. Ну, один хрен очень плохо. А, нет, ты не один моргнул. Все, нам пиздец. Все, пора умирать. Можно тишину на секунду? У кого оружие, у того и ответственность. Понимаете? Хорошо. Так, это мы убиваем. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я все, я молчу. Полная ответственность на это. Опасность есть к однополному сексу. Плохо. Ой. Чувак, чувак, что будем делать? Hello. Нет. Why are you running? Why are you running? Сошли. Там статуя, все пиздец. Закройте. Все, тихо. Ой, о, пиздец. Меня куснули, кажется. У кого-то есть аптечка? Нет, к сожалению. Блять. Пол жопы отгрызли, суки. Чё тут за говно держите? Погоди, что это такое? Дай я посмотрю. Стой, не двигайся. Что там с ней? Она на месте. О-о-о! Что? Все плохо. Я не вижу одной единицы. Скажем так. Доктор, что со мной? Геморрой не самое страшное, что может случиться в будущем. Блять. Ну там хотя бы немного что-то на месте осталось. Я просто ничего не чувствую. Ну ладно, скажем так, одной ягодицы вы больше никогда не почувствуете. Блять. Нахуй вы это такое говно тут держите? Что это, блядь, было? Какая-то ящерица. Ну вот по профессии, сейчас я поговорю. Псина, ты здесь? Псина, ты здесь? Сокрой, блядь! Сука, удивилась! Кто командир? Постой, бупам! Командир! Бупа, постой. Поговори со мной. Сколько тебе лет? Бупа. Раз мы тут все в этой в опергруппе, значит нам больше 18. Логично? Логично. Ко. Приключения на 5 минут. Вышли, зашли, всех убили, пришли. Ну, там, может, кому-то спасли, конечно, да. А командир? А, парни, охранник свою задачу выполнил, приказы. Какую? Какую задачу? Ну, я вызвал подкрепление. Приказывайте. А, молодец, иди за нами и действуй по обстоятельствам. Все, что не похоже на человека, должно быть уничтожено. Understand? Приказ принят. Understand. Чё-то мы от других отбились, а они тут все. Псина. Отступаем назад. Вперед, побежали, быстро. Нужно встретить ее на открытой местности, попытаться подорвать. Так всегда у нас работало. Тихо. Чё она там идет? Она там? Помянем ящерицу. Нет, это... Сейчас помянем. Да она сейчас убежит просто. Когда я это время это ем. Она сбежит и там сразу. Помянем ящерицу. It was at this moment that he knew. He fucked up. Вот этот прием, просто два понятия. Все, наконец. Ну что, пацаны, неплохо? Просто ужас. И там смерть. Скал кончился. О, сейчас с ним все спустится. Ему там пиздец. В натуре. Неудачники. Тупо неудачники. Чуваки, я тут уже 5 лет работаю, и вот каждый месяц у нас какой-то дебил кидает в лифт гранату. Мне, блин, ноги уже 5-й раз отрывают, честно, и заебался с вами. То бишь, в этом плане даже СЦП не такие мудаки. Обидно. Ну, как есть. Нам нужно оружие для
анального разрушения, понимаете? Тебе что, пулемета не хватает казенного? О, не, не хватает. О, какой ты жадный. Слышишь, при моих... Ой. Когда я начинал, мне вообще давали пистолет и банку тушенки. Я нашел разрыватель аналов, все нормально. А он так и называется? Ну да, написано вот сбоку. А ну дай я посмотрю. А, ну да, разрыватель аналов, слушай, серьезно. Лейтенант берет там двух кадетов, а остальные за мной. И, ты идешь со мной? На А. Есть! Погнали. Чисто. Ой. Блять, ты идиот! Мне чуть сердце не стало. Первые потери бы были. А вот эти... Хаос, хаос. Меня ранили. Готов. Нет, стоп, не готов. Да, блять. Блин, сейчас один хаос всех размотает. Да, да. Сзади него, сзади него! Сзади, блядь. Ебать, это что за Рэмбо нахуй? Бам. Собака не раздаёт. Красиво, собака умерла. Просто всех нахуй убил. Боже, как хорошо, что я это записал.